заболтаешь. Дурак, ты понятия не имеешь, с чем ты столкнулся. Я хочу, чтобы вы стали свидетелем мощи ордена Дагона. А я Дагон. А я Гидра. Выглядите вы неважно. Не волнуйтесь, скоро все закончится. Я тебя убью, поганый ублюдок. Ну-ка, нет. Но давайте подождем окончания кормёжки. Это гнездо для главного предохранителя. Наверное, механизм испытал перегрузку, и предохранитель перегорел. Не открывается. По-моему, здесь можно спрятаться. Пора шевелиться. Наверное, тут включается насос в резервуаре. По-моему, от этого оно добрее не станет.
остается. О, запасной предохранитель. Ничего интересного. Не открывается. Это решит проблему. Наверное, здесь нужна более действенная стимуляция. Закрыто. Не поддается. Дверь заперта. Вот дерьмо. Что это такое? Преследует. Все это никогда не кончится. Нужно отсюда бежать. Меня преследует. Голова раскалывается. Раскалывается. Выхода нет. Да что я тут забыл? Пора рвать когти.
Что это такое? Дверь заперта. Дерьмо! Что это такое? Что я тут забыл? Мой отец знал ответ. Что такое? За мной следят. Мой отец знал, пора рвать когти. Голова раскалывается. Раскалывается. Да что со мной творится? Слишком много умерло. Он меня зовет. Господи, ну давай! Я не знаю, зачем я здесь. Мистер Уолтерс, я вижу, вам наконец-то удалось выбраться. Похоже, Маршу удалось от тебя улизнуть. К счастью, мы его поймали, когда он хотел сбежать. Орден Дагона заставит тебя заплатить, Гобер. А я Ктулхо, а я Дагон. Агент Харпер, уведите отсюда эту дрянь. Да, сэр, давай, Марш, двигай. Гувер, нужно провести эвакуацию. Там внизу что-то ужасное. Всему свое время. Мы нашли у Марша ключ. Он очень не хотел отдавать его. Наверное, это от панели лифта. Для доступа к самому нижнему этажу комбината. Все мои агенты заняты закладкой взрывчатки, чтобы сравнять это место с землей. Я хочу, чтобы вы спустились вниз и все там осмотрели. Да ни за что! Я же сказал, там внизу что-то непонятное. Я оттуда еле ноги унес. Мистер Уолтерс, я уже рассказал вам про психлечебницу. Я не прошу, а требую. Хорошо, но мне нужно оружие. Дай пройти.
Я подчиняюсь только приказам Гувера, и я не выпущу вас, пока вы не обыскали подвал. Лифт не работает. Запалы уже заряжены. До взрыва осталось 30 минут. Вперед! Это секретное золотохранилище. Похоже, именно здесь марши складировали свои богатства. Дверной механизм слишком сильно поврежден.
Вентиль давления контролирует поток газа. Дверь заперта. Дверь заперта. Тело холодное. Похоже, он умер уже давно. Тело холодное. Ему он больше не понадобится. Странно. Золото неестественно белого оттенка. Thank you.
Я молю Бога, чтобы это было ошибкой. Но мои исследования, которым я посвятил последние несколько месяцев, позволяют заключить, что это каменная фигура великого Ктулху. Кто-то есть. Интересно. Я не могу следить. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Когти голыми руками не раздвинешь. Я слышу, он меня зовет. Все это никогда не кончится. Что со мной творится? Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Со мной что-то происходит. В тенях кто-то есть. Когти голыми руками не раздвинешь. Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Когти голыми руками не раздвинешь. Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Голыми руками не раздвинешь. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Во мне кто-то другой.